Откуда вот кличка колготочник у вас взялась? Что? Колготочник пишут. Джиган также известный. Нет, это желтая пресса. Вообще, ты даже не, это вообще откуда? Это желтая пресса, понятно. А расскажите, супруга у вас ведь не из Одессы, нет? Нет, она из Ухты. Из Ухты, да. Познакомились вы в Москве. Познакомились в Москве. Угу. Как, при каких обстоятельствах? Я уже был тогда артистом, да. Это было, 4 года назад. Ее подруга тоже, она поет, она вокалистка, и она хотела со мной песню записать, вот. И они были вместе, и подошли, ее подруга подошла с ней, и так вот завязалось общение. А есть голос там и слух у супруги? У супруги? Да. То есть я к тому подвожу, вы не собираетесь там какой-нибудь дуэт вообще семейный, нет? Я думаю, что он может, но она... То есть вы она, ведь... человек другой, она тоже творческий человек, но немножко в другом русле. Какой? Она делает одежду, дизайнер. У нее собственная марка одежды, да. Надо же, наверное, Джиган как-то бренд прокачивать. Пусть она делает Я туда не лезу, это ее творчество. Как она ко мне не лезет, вернее, я помогу там одобрить, послушать, посмотреть. А может, потому что вы в холдинге у Тимати, там же Black Star, у него же своя как бы линия, наверное, не понравится ему, если конкуренты будут что-то думаю, делать. Что это не конкурент, у нас женская только. Нет, вы же конкурент с Тимати в смысле, на музыкальном поприще, вы же одну делаете, как бы тему. Конкуренты все, в принципе. В нашем деле конкуренты все. Не политкорректно, но без злого умысла. Иронично, но без сарказма. Пристрастно, но по-честному. «Правда-24» и Евгений Додолев. С понедельника по четверг в 19:30 на телеканале «Москва-24».